И снова приветствую вас, дорогие друзья, на канале. Продолжаем развивать сельское хозяйство в селе Величковка. И как вы помните, в прошлый раз мы наконец-таки посадили саженцы, да, вот, ну, в принципе, не все, конечно, я посадил, там около 10 саженцев осталось у нас, да, вот, ну, в принципе, то, что мы спилили, да, вот, в итоге восстановились. Немножко, конечно, дед Митяй покряхтел, немножко недовольно, но все-таки это, так сказать, согласился. Вот. Мы же сейчас вот чем займемся. Вот, я специально для этого снял борта, да, вот на нашей телеге. И мы будем, конечно же, сейчас возить и продавать доски. Вот. Благо у нас работники пилорамы работают, да, вот, и смотрите-ка, сколько у нас получилось. 48 тысяч кубов поддона, да, вот, и 33 тысячи 500, да, вот, 600, можно сказать, уже досок, да, вот. Ну и щепы, конечно же, это, надо будет ее куда-то девать, эту щепу, не знаю, раздать людям, что ли, чтобы использовали его в качестве там подстилки для утят или там для наполнителей кошачьих туалетов. Ну, может быть, что-то придумаем, короче, с этой щепой. Пока ее не так много, да, вот, ну, мы вот еще это. Итак, давайте-ка скажем, пускай нам вытащат доски, да, вот, вот эти поддоны досок. Так, и мы будем продавать это дело, да. Так, максимально 6 поддонов. Отлично. Ну, в принципе, больше я и не ожидал. 6 поддонов. Можем, в принципе, по 4 погрузить, да, вот. И где у нас эти доски такие свежие, выпиленные. Вот они, наши эти доски, да, вот. Так, 6 поддонов. Вот. Ну, мы, наверное, на наш трактор, да, вот, ХТЗ... сможем погрузить, наверное, около 4, да, вот. Ну, посмотрим, насколько у нас хватит там вылета погрузчика, да. Вот. Ну и там, в принципе, сами понимаете, у нас трактор UMZ, он не такой всесильный, да, вот, чтобы поднимать эти доски большие. Вот. Хотя, несмотря противовес, да, вот, есть. Ну, вот, все-таки... немножко задирается, да, вот. Так. Так, откроем окошко, так. Так, давайте-ка трактор пока заглушим, это, да. Так. Пошли, где наш UMZ? Я его специально пригнал сюда, вот, да, вот, чтобы... прицепил стрелу, погрузчик и все такое прочее. Так, и сейчас посмотрим, насколько он там сможет поднять это дело, да, вот. Вообще, вот, по идее, надо бы, наверное, купить какой-нибудь погрузчик, да, вот, который вот уже сможет, да, вот, поднять такие массивные доски, да, вот, специально вот для того, чтобы его вот использовать именно здесь вот на пилораме, да, вот. Ну, сейчас посмотрим, как он будет цепляться. Так. Так, прицепляем. Так. Вроде не сильно задирается, да, вот смотрите-ка. Может быть, если что, даже вот по 4 погрузим, да? Ну, примерно вот так вот поставим, да, вот.
Ну вот как-то так, да, вот, я думаю. Хотя, ладно, сойдет. Так, отцепляем. Можно, конечно, еще сюда вот, если поперек поставить, я думаю, может, увезли бы мы все шесть. Ладно, мы для начала сейчас попробуем, да, вот так вот приценимся, каково у нас оно будет пользоваться спросом, да. Тем более, мне еще надо будет несколько кубов досок, да, вот, к себе, да, вот, чтобы там... провести кое-какие строительные работы. Это хочу вот ворота поменять, гараж перестроить, да, вот, и вот надо будет вон то здание, которое, я не знаю, там, типа сарая, что ли, да, вот, что-то там тоже вот придумать для хранения там что-нибудь для техники, там, я не знаю, вот. Так. Ну, сейчас, в принципе, попробуем мы 4 погрузить. Так. Так. Вот таким вот образом. Ну, вот так вот мы будем выпускать древесину, да, вот в промышленном масштабе. Так, ой, немножко приподнять надо. Несмотря на то, что вот противовес есть, да, вот он все равно немножко задирается, да. Так, о, во, шикарненько. Вот таким вот образом, да, вот поставим. Так, сколько кубов тут вообще? Ну, кубов тут, смотрите-ка, 5000, да, вот это... не сказать, что мало, да, вот. Так. Давайте-ка немного. Прицепляем. И сейчас попробуем-ка задрать мы его, да, вот, на тот аж, да, вот. Так. Так. Опа. Ах ты. Вот, видите, не получается поднять. А давайте-ка попробуем-ка мы поближе его прицепить. Так. Чуть проедем, вот так вот, прям впритык. Вот. Вроде бы, когда вот... Так. Вот, надо все-таки ближе немного подцеплять, да, вот оно у нас это... Так, вот сейчас задеру вот так вот. Так, потихоньку подъезжаем. Так. Так, многовато немножко. Так. Ну вот так примерно поставим, да? Так. Увязываем. Во, смотрите-ка. И вот мы сразу вот прям 20 тысяч кубов, короче, повезем продавать, да? Так.
Выцепляем. Так. Ой, нет. Не так. Так. Он сразу два привязал мне, да? Так. Давай вот немножко оттащим вот так вот, да, вот. Так. Вот таким вот образом. Так, ой, опять вот задирается, видите? Вот что влияет, непонятно, да, вот смотрите-ка. Надо просто вот, чтобы эта насадка вот погрузчика касалась, да, вот. Да, вот такие вот ухищрения приходится. Вот. Заглушил я что-то. Так, вот что у нас получилось, да, вот как-то загрузили, да, вот криво немножко, да, вот. Ну, я думаю, никуда не уедет. Так, надо все-таки ровнее сделать. Давайте-ка попробуем с другой стороны ровнее сделать, подтолкнуть чуть-чуть их. А то, не знаю, вдруг вывалится она. Вот верхние не будем трогать, вот нижние немножко. Что и требовалось доказать. Ну, в общем-то, вот мы загрузили кое-как эти доски. И сейчас повезем их продавать. И где у нас продаются доски? Так, доски и в какую цену они у нас вообще будут? Так, брус 3474. Продаются они на складе. Давайте-ка пометим место, да, вот. Так. И сейчас вот самый интересный вопрос такой у нас. Кто вот умеет ездить на тракторе? Сейчас спросим, может быть, Леха умеет. Возьмем его. Там, пускай просто-напросто проедется за нами, да, вот до склада. Где вот на общей карте сейчас склад?
А, вон он аж где находится, да? Вот? Так. Так, ну что ж, Лёх, ты, короче, езжай за нами потихонечку. Вот, так. Ну а на пилораме там, короче, это дед Митяй остался, там присматривает, короче, пока там вот эти все вот механизмы пилят, да, вот. Так. Так, поехали потихонечку. Продавать досочки. Ну, вернее, там отмечается как бы брус, да. Но это по сути не брус, это доски. Так, и посмотрим, сколько мы сейчас вот выручим при продаже вот этих 20 кубов досок. Ну, нам, в принципе, я думаю, 5 кубов там для гаража и сарая, может быть, хватит. Ну, может быть, 10 кубов. Посмотрим. Так, ну вот, в принципе, до лета, да, вот до синокоса у нас пока есть чем заняться. Ну, в селе оно всегда вот, хоть вроде бы кажется делать нечего, да, вот, но все равно есть чем заняться. Культуры пока растут, удобрения у них там внесено норм, как говорится, да, вот. Надо посмотреть, конечно, еще на наличие сорняков, да, вот, и... В принципе, нормально будет. Так. Так, нам надо будет поехать вот так, да? Так. Так. Может быть, какому-нибудь местному продать эти доски? Наверняка кому-нибудь нужны будут там крышу починить, да, вот, или что-то в этом роде. Ну, в принципе, народ смотрит, диву девица. Ух ты, смотрите-ка, какой хорошей породы лес у нас рос. Оказывается, под боком. Пили не хочу, да? Ну, кто-то же догадался пилить его. Так, вот, ну, со скоростью 25 км в час будем ехать, да, вот, чтобы Леха не отставал от нас. У него трактор вроде как... Не такой скоростный, как наш ХТЗ. Хотя наш ХТЗ, он тоже не намного скоростнее, но скоростнее немножко. Ну, в общем-то, хотя как ни крути, вот, но он все-таки лучше, чем ДТ, который у нас был. Жалко, конечно, тот ДТ, но ХТЗ лучше. Ну, он, по крайней мере, вроде бы помощнее, да, вот и побыстрее будет. Так, еще ехать и ехать до склада, да? Надо, конечно же, само разумеется, для таких вот перевозок автомобиль грузовой, как ни крути. Ну, может быть, в скором времени приобретем что-нибудь. Какой-нибудь быстрый автомобиль, да? Вот, что-то вроде типа КамАЗа надо, наверное, да? Вот, или помощнее. Так, вот.
Мы подъезжаем. Вот склад у нас возле какого-то элеватора, да? Так. Так, здравствуйте, охраннички. Так, соблюдаем скоростной режим. Так, вот склад, да, вот здесь вот принимают все деревянные и поддоны, смотрю, принимают, да? Так, ну вот здесь вот так вот встанем, да, вот так вот. Ну-ка, Лёх, иди пока покури, да, вот. Ну, или помоги нам, если что, вот, цепляй, короче, да? Так. Так, и сейчас мы попробуем разгрузить все это дело и продать, да, вот. Грузчики не хотят разгрузить, говорят, сами разгружайте с трактора, да, вот так. Надо вот сейчас вот как-нибудь аккуратненько цепануть, да, вот чтобы трактор не перевешивал, да. Я вот так и думал, что он будет по два цеплять. Давайте-ка толкнем. Так. Смотрите-ка, вот когда не надо, они падают. Так. Так, немножко вот так вот. Ну вот из них, короче, что-то ковыряют они там. Во, один поддон продали. Три герапа нормально не настроят. Вот так вот приходится мучиться, да? Так. Да, тот с меня еще погрузчик.
И вот последний поддон остался. Ну, в общем, как-то так, короче, продали, да, вот, и в итоге, конечно же, мы выручили за это 89 489. Да, вот. Ну, вот около 90 тысяч, да, вот получается. Вот. Так. Ну, в принципе, неплохо. Ну, около 100 тысяч как раз-таки я и ожидал. Вот. Так. Ну что ж, Лёх, давай, поехали назад, да? Так. Так, ну и оставшиеся еще два поддона я, конечно же, привезу за кадром, да, вот. И на этом пока прощаемся мы с вами. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, не забываем ставить лайки. Также, гости, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе следующих видео. Ну и всем удачи, всем пока-пока.